Всех приветствую, меня зовут Хохлов Павел, я являюсь шеф-поваром двух заведений в городе Сочи. В поварской сфере я более 8 лет, начинал я работать с 17 лет, не зная абсолютно ничего, как, возможно, многие из вас. Но что, кроме этого факта, у нас общего? Я отвечу вам, это интерес и непреодолимое желание вкусно готовить. Конечно, какие-то минимальные знания у меня были, судя по детским фотографиям, где я помогал бабушке лепить пельмени, или как я в старших классах мог себе на завтрак сделать бутерброд с чаем. Но этого было мало. Мой путь к шеф-поварству был долгий и тернистый. Методом проб и ошибок я менял заведения, города и направления кухни. В своем курсе я постараюсь вам объяснить все детально и более компактно, чтобы весь мой путь уложился как раз-таки в нашем курсе. Почему я, как и вы, выбрал курс «Морепродукты»? Морепродукты достаточно разнообразны в своем проявлении, они очень питательны и вкусны, и при этом они очень легкие и очень покладистые в плане вкусовых сочетаний. Предлагаю не тянуть время, приступить к изучению курса и будем погружаться в подводный мир кулинарии.